Все мы помним Сева Новгородцев, город Лондон, DBC, а теперь я в Лондоне сижу, а вы в Болгарии. Скажите, пожалуйста, а почему Болгария? Перед уходом с BBC я в свободное от работы время, не отрываясь от производства, смотрел с высоты спутниковых съемок на Европу. Где там еще остались куски нетронутой, незатоптанной природы? Нигде на пенсию выйти нельзя. Места мало. Вы в Англии живя, понимаете, что пространство там очень ограниченное, что вся земля кому-то принадлежит, соседний садик за забором сразу же начинается. Я углядел на юго-западе Болгарии, переходящей в Грецию, огромный лесной массив, километров на 200, в Родопских горах. И я себе сказал, вот это место, где можно, в принципе, еще вспомнить пионерское детство, где ничто никому не принадлежит, и можно гулять где хочешь.